Буквально час назад известный телеграм-канал сообщил, что в воскресенье на одном из корпоративов произошло серьезное происшествие. Два артиста устроили стычку, которую пришлось разнимать охране. Вечер был испорчен. Источник, на который ссылается телеграм-канал, сообщил подробности. Крупная фирма, занимающаяся поставками техники в Россию, устроила корпоратив по случаю своего юбилея. Десятилетний юбилей праздновался с размахом, присутствовало много известных артистов. В какой-то момент Филипп Киркоров, проходя мимо гостей, оттолкнул женщину, хотевшую с ним сфотографироваться. К нему тут же подошел Сергей Глушко. Это была его подруга, а может быть клиентка, там непонятно. И потребовал от Киркорова извиниться перед женщиной. Но Киркоров сказал Тарзану: «Иди свою жену борщ учи варить». Между ними началась словесная перебранка. Киркоров кричал, что «я сделаю с тобой то, что ты делаешь со своими клиентками». «Ты обычная горилла, а я артист». Глушко не выдержал и полез в драку. Он нанес ему удар локтем в область головы. Тогда Киркоров ухватил Тарзана за волосы и также начал наносить удары. Они вместе упали и продолжили драться. Все это сопровождалось криками окружающих женщин. На эти крики сбежалась охрана и начала растаскивать. Сделать это удалось с трудом. У Филиппа были разбиты губы, источник подозревает, что у него выбиты два передних зуба, а у Тарзана была разорвана рубашка и выдернут клок волос. Полицию никто не вызывал. Андрей Малахов, также присутствовавший на мероприятии, предложил обсудить конфликт в своей программе и примирить звезд.